Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если не хочешь ходить в школу! Ну все, пора наведаться к доктору Андрею, узнать, как у него дела, как идет программирование новых монстров, как идет создание опасных Smiling Critters. Он должен был сделать уже оставшихся. Сегодня у нас важный день, сегодня у нас важная миссия, важный эксперимент. Я надеюсь, он все сделал, надеюсь, у него все готово. Доктор Андрей, добрый день. Профессор Дмитрий, вы меня испугали, здравствуйте. Докладывайте, как обстановка? Дело сделано, я почти закончил, осталось собрать последние данные. Я вас правильно понимаю, все улыбающиеся твари готовы? Все улыбающиеся твари готовы, я даже новых сделал, вы посмотрите, вы такие видели когда-нибудь? Нет, это что, забытые какие-то? Да, это забытые. Лиса? Смотрите, а это кто? А это панда, смотрите, у нее инь-янь на шее. Панда, понятно, только одна тварь здесь не улыбается. Какая? А вот стоит передо мной. Остальные смысле, все улыбающиеся зверьки. Ладно, я шучу. Так, в общем, если у нас все готово, если у нас есть все улыбающиеся зверьки, улыбающиеся создания, так называемые улыбающиеся твари, тогда мы можем отправляться на тестовый полигон, я правильно понимаю? Да, все остальные ожидают нас на складе. Могу вам показать, в принципе. Сейчас только установку выключу. Выключайте всю установку и пойдемте покажете, где остальные на складе у нас стоят. Там их хоть кто-то охраняет, я надеюсь? Нет. Как это не охраняет? Ну я вообще не знаю, как так получилось. Бобби должен был охранять, но он что-то не отвечает мне. В смысле? Я Бобиса уже на тестовый полигон отправил. В смысле как? Ну чтоб он с утра там все подготавливал уже. А, я не знал. Ага. Ну, собственно, вот они все успокоенные. В принципе, ничего не должно было произойти. Вот они, все улыбающиеся зверьки. Отлично, здесь у нас единорог, свинья, слон, курица, медведь, заяц и котопес. Все понятно. Ну что, Андрюха, пакуй их тогда по контейнерам. Ага. Прицепляй к велосипеду и поехал на тестовый полигон. Хорошо, профессор, как скажете. Смотрите, не все улыбаются. Молодцы, молодцы, улыбающиеся зверьки. Ну все, Андрюха, сегодня мы выясним, кто же самый сильный улыбающийся зверек. Самая сильная улыбающаяся тварь. Ага, хорошо, работаем тогда. Ладно, все, Андрюх, за работу, давай, поехали, поехали, поехали. Работаем, работаем, работаем. Профессор. Да. А почему вы не улыбаетесь? Я улыбаюсь. Ну ладно. Я надеюсь, Андрюха, что Бобис уже все сделал там. Ну я переброску улыбающейся твари сделал, надеюсь, он все сделал, да. Ну вон, я вижу, уже стоят улыбающиеся монстры с Smiling Critters, а Бобяна что-то не наблюдаю. Надеюсь, они его не сожрали. А, не, вон ходит, поворачивай давай, вон он уже все сделал, даже этих расставил, все нормально. Вот он, ахи-уци, ходит, блин. Добрый день, мистер Бобис. Здорово, мужики, здорово. Здорово, ну что, докладывайте, как обстановка? Чё, да обстановка по кайфу, все сделал, все прибрал, даже монстров поставил, которых привезли нам. Ну я вижу, молодец, молодец, Бобян, тогда тебе премия. Килограмм конфет. Не, килограмм собачьего корма, Бобян, килограмм. Ну что ж, ребят, всем здорово, с вами по-прежнему Оверфони и Бобби, и добро пожаловать в угарную веселую игрушку под названием Гаррис Мод. Здравствуйте, всем привет, всем, дорогие дамы и господа. Здорово, чуваки. Ну что ж, ребят, сегодня у нас будет интересный ролик, сегодня у нас будет битва Smiling Critters'ов, битва улыбающихся зверьков. Сегодня мы выясним, кто же из них самый сильный, сегодня мы узнаем, кто самый сильный улыбающийся зверь. А вы ставьте лайкусик, друзья, если не успели поставить 3 секунды, у вас вторая попытка, заранее огромное спасибо, нас принять будет безумно приятно. У нас тут есть все Smiling Critters'ы, медведь, курица, слон. Лиса и панда — это новые друзья Smiling Critters, секретные. За них отдельно можете лайкусик поставить, если вы не знали, что такие существуют. Лиса и панда. Также у нас есть, получается, свинья, единорог, котопес, заяц и вот такой злой кэтнеп-демон. Сегодня мы выясним, кто из них сильнее. А вы, друзья, кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, кто самый сильный улыбающийся зверь. Прямо сейчас, мы еще не начали битву. А вы уже можете написать, как вы думаете, кто, по вашему мнению, будет самым сильным. Вот, например, медведь, если думаете, что медведь, так и пишите. Я думаю, что медведь будет самым сильным. Или, например, там, я думаю, что единорог. Посмотрим, кто из вас угадает, да, парни? Да.
А вы думаете, какой самый сильный, мужики? Ну вот давай, Бабян, ты на кого ставишь? Прям сразу, парни, давайте определим, ставочки поставим. Ну я на единорога поставлю. На единорога поставишь? Да. А ты, Андрюх, на кого поставишь? Я поставлю на петушка-курицу. На петушка, ко-ко-ко. Понятно, я даже не знаю, ребят, на кого поставить. Подумай. Может быть, на злого Кэтнэпа поставить? Или на кота-пса? Наверное, поставлю на красного вот этого Кэтнэпа. На свинью поставил бы, на тотемное животное свое. На твое тотемное животное? В смысле, моя петух. Твоя петух? Моя твоя не понимать, братан. Ну что, друзья, ставки сделаны, ставки больше не принимаются. И предлагаю начинать мегабитвы. Окей, let's go. Ну и первая пара на сегодня у нас улыбающийся слон против улыбающегося медведя. Пишите также, друзья, в этой паре, кто победит, медведь или слон. Лично я, парни, поставлю на медведя. О, нет, бро. Я поставлю на слона. А ты на кого, Бабян? Ну, я поставлю на медведя. Да правильно, медведь король леса, король зверей. Круче медведя никого не бывает. Реально. Слон никого не боится, даже мыши. Да, слон от мыши уже писается. Так что, друзья, посмотрим, кто победит из этих улыбающихся зверей. Ну что, парни, чуть-чуть подальше отойдем и погнали смотреть. 3, 2, 1, поехали. О, нормуль, что там у нас? О, пошла суета. Грызут друг друга. Ага. Тот хоботом, а тот грызет, смотрите-ка. Медведь лапами, а у него лапы сильные, могучие, мощные, с этими... С когтями такими. Сейчас он этого оленя-то, этого нашего слона за секунду и зафигарит. Слона сейчас домой отправит. Кто-то подпрыгивает, когда бьет. Ага. Нифига себе мощно, парни. Реально, блин. Нифига. Слон двумя ногами. Это что такое? Наш, плевай. Это уже слонопотам какой-то. Ребят, битва идет ожесточенная. Битва идет не за жизнь, а на смерть. Улыбающиеся гиганты. Давай. Как он его съел вообще? Ну что, друзья, медведь у нас отправляется в команду победителей, а слон в команду проигравших. Натуры. Ну и вторая у нас парочка на сегодня. Свин против курицы. Чикен против пиги. Парни, на кого ставим? Тут бойцы. Я на чикен. Мемные. На чикен? Да. Я тоже на курицу поставлю. Ты на свинью ставь, блин. Я тоже, парни, поставлю на курицу. Курица победит вообще, она самая сильная, я так думаю. Ну давайте смотреть, друзья, новые улыбающиеся монстры, новая битва, курица против свиньи. Ну что, парни, погнали, 3, 2, 1, Let's битва go. Пошла. На! Ох, блин. А чем она кидает? Чем курица вот кидает? Да. Священный шар какой-то? На, по кумполу. Она телепортирует и уходит от удара свиньи. Зато свинья копытцами своими хрю-хрюи, на, пятачком. Вот это тема, парни. Сейчас свинья похрюкает, похрюкает сейчас. Хрюкает свинья, курица бьется, курица не птица. Ё-моё, парни, вот эта суета пошла лютая, хорошо, слушайте. Идет саранча. Воздушный бой будто бы. Я хочу сказать, парни, что они оба мощные вообще. И тот, ну и да, тот. Да. И левый, и правый, и Бора, и Беда. Домой. Курица домой поехала. Ё-моё. Свинья съела курицу, офигеть. Свинья победила, друзья. Свинья отправляется в команду победителей, а курица в команду проигравших. Свин показал курице, где курицы зимуют. Офигеть. Вот это, ребята, результат. Честно, парни, неожиданно. Это точно. А теперь, уважаемые дамы и господа, у нас сейчас будет битва секретных улыбающихся тварей. Слева у нас будет... Лисичка, а справа улыбающаяся панда. В общем, друзья, панда против лисицы. Посмотрим, кто сильнее. Панда же, парни, вообще, наверное, безобидная, да, кунг-фу медведь? Панда. Или это кунг-фу, тогда обидная. Тогда не безобидная. Короче, друзья, интересно будет, кунг-фу у нас тут панда или классическая панда-неваляшка. А здесь у нас лиса, а лис хитрый, наверное, что-то придумает. Пишите, кто в этой паре победит из двух улыбающихся тварей, друзья. Панда или лиса? Ну а мы отходим, парни, отходим, 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 отходим. И начинаем через 1, 2, 3. Поехали. Пошло. Я думаю, потом панда победит. Слева, лису справа, это, да, справа, справа, слева. Нифига себе, панда безобидная. Вы посмотрите, что она вытворяет. Ага, вот это да. Битва идет ожесточенная, парни. Что у нас сегодня за просто монстры? Прям киборги-убийцы. На, давай! Так быстро, нифига себе, панда съела лисичку. Вот так, ребят. Панда у нас съела лисичку и отправляется в команду победителя, а лисица отправляется в команду проигравших. Вот это, парни, у нас, конечно, суета. Но давайте смотреть на следующую пару.
Погнали. Ну что, ребятки, у нас новый раунд Заяц против Единорога, и мы узнаем, кто из них сильнее. Улыбающийся Заяц, кролик или улыбающийся Единорог? Я лично парня на Единорога поставлю. А я на Зайчика. В смысле? Ты же думал, что самый сильный это Единорог. Ты же в самом начале Бобян на него ставил. И что, что было в самом начале, то было в самом начале. А, понятно, теперь ты поменял, да, вот так? Я перепутал мнение, ясненько все. Бобян перебывается чаще, чем этот. Не переобуваюсь. Чем этот, блин, переобувщик. Ну что, ага. Ладно, давайте отходим, друзья. У нас реально новый раунд, также пишите ваши ставочки. Итак, Единорог против Зайца-кролика. Готовы, парни? What's Toots Fritz? Поехали. Сейчас все это будет, походу. Нифига, Единорог побежал, парни. Вот это жестко. На, копытцами, на, копытцами. Заяц, тули его, давай, блин. Заяц ушами, Единорог фигарит своим рогом и копытами. Вот это прям безумие, парни. Вот это прям очень эпичная битва. И... его. Единорог домой поехал, парни. Не зря на Зайца поставил. Заяц затащил. Кролик показал мощь. Не зря у кролика вот такая молния. Это было эффектно. Это было очень эффектно. Хотя единорог пытался, друзья, копытами бил, рогом бил. Пытался что-то сделать, но у него ничего не получилось. Поэтому бывает. Отправляется в команду проигравших. Лузер. А кролик отправляется в команду победителей. Ну вот, ребята, и битва мегамонстров. Котопёс. Тут у нас в одном лице и Кэтнэп, и Догдэй. Ну а здесь у нас злой демон. Кэтнэп. Посмотрим, кто из них сильнее. Тут, парни, если честно, я даже не знаю, как ставить ставки. Потому что что-то опасный непонятный супермонстр. Что это опасный непонятный супермонстр? А я знаю, кто выиграет. Кто? Демонический Кэтнэп, потому что у этого нет ноги. Ну, может быть, но я думаю, что он вообще должен быть самым сильным, парни. Думаешь? Ну, вот мне так кажется, знаешь почему? Почему? Вот он же демонический. Да. И я вот думаю, что в нем демоническая сила, наверное, он будет самым сильным. Ну, вот я на него и поставлю тоже. Я вот, короче, дури тоже куча. На него поставлю. Да, дури, наверное, куча в нем. Ну, ладно, давайте смотреть, в ком максимально дури куча. Поехали. 1, 2, 3, погнали. Ну-ка. О, пошел, парни. Пошел. Хотя что-то слабо. Ого, там вот. Лезет демон из него. Демон выползает. Я сначала подумал, слабовато, но нет. Демон лезет, парни, из него вообще жестко. Я даже не успел, парни, глянуть. Он его вот так повез. Нифига себе. В угол зажимает. Зажимает в угол и все, и убивает. Нифига, блин. Офигеть. Он очень жесткий, парни. Вот это нереально, друзья. Вот такой результат у нас получился. Это просто невероятно. Еще, походу. Да, добивает его, в землю втаптывает. Туда, в землю закопал. Закапывает своих врагов демон Кэтнэп. Нормально. Настоящий кот, как говно, ё-моё, закопал. Ну вот, ребята, и такие результаты у нас получились. Это команда победителей. Свинья, медведь, злой Кэтнэп, заяц и панда. Это самый сильный на данный момент монстр. Ну и команда проигравших, лузеры. Слон, лиса, единорог, курица и котопёс. Давайте, друзья, сделаем так. Сейчас мы посмотрим на команду победителей, глянем самого мощного, а потом посмотрим, парни, самые слабые пусть подерутся, посмотрим, кто из них заберет второе место, правильно? Вот, да. Да, все верно. Ну что, друзья, давайте наблюдать, команда победителей, погнали. Ну что ж, вот и команда победителей, давайте выясним, кто же все-таки самый сильный улыбающийся монстр, самая сильная улыбающаяся тварь, ну, кроме Бобяна. Давайте сейчас узнаем, парни. На кого ставите? Я ставлю на того, на кого всегда ставил. На демона Кэтнэпа. Я поставлю на панду. А ты, Бобян? Да я тоже на панду поставлю. Тоже на панду. Ну давайте, друзья, вы ваши ставочки пишите в комментариях. Мы с пацанами ставочки уже сделали. Погнали. Самый сильный Smiling Critters. 1, 2, 3. Погнали. Пошла суета. Пошла суета. Лютая суета. Ну, ой, парни, там уже идет суета. Свинья с этим, со злым Кэтнэпом. Здесь три бойца друг с другом бьются. Пока никто не умер, пока битва идет жесткая. Так, свинья убила. Свинья убила этого. Злого Кэтнэпа. Кролик умер, свинья стоит. Панда стоит, медведь стоит. Битва титанов, друзья. Кто же побеждает? Кто остались же станет самым здоровые. Сильным? Интересно. Кто же станет самым сильным, парни? Кто же станет самым сильным? Я кто еще же, не понимаю. Кто же победит? О! Медведь умер. О, свинья победила! Никто не верил, Эна.
она справилась. Ребята, свинья оказалась грозой Смайлинг Критерса. Свинья — самый сильный улыбающийся зверь. Кто бы мог подумать? Ни панда, ни кролик, ни медведь, ни злой кэтнеп не справились с натиском свиньи. Поздравляем, жесть, друзья! Кто ставил на свинью, тот победил, тот угадал. Красавчик. Свинья — самый сильный улыбающийся монстр. Ура! Ну, ребята, и битва за второе место. Здесь у нас все проигравшие. Свинья у нас занимает первое место, а здесь мы решили сразить сразу всех улыбающихся зверей друг с другом. И кто останется в живых, тот и займет второе место по силе. Ну что, команда здесь и проигравших, и команда победителей. Все вместе будут драться, кроме свиньи. Ведь свинья занимает почетное первое место. Ну что, парни, давайте смотреть, кто будет вторым по силе. 3, 2, 1, let's go. Погнали. Эпик, походу, дорогие друзья. Суета пошла, друзья. Суета пошла у нас. Тут распределились на команды, на какие-то микро эти... Спаривают партнеры. Светится. Да, так, уже котопес умер, парни. Все, котопес умер. Котопес выбывает. Котопес станет сильным. Так, умирает единорог, умирает еще у нас красный кэтнеп. Остается. И кролик здесь тоже сдох. И кролик умер, друзья. Лиса, курица, панда, медведь и слон остались. Кто же займет второе место, парни? Суета на пределе! Лиса выбывает! Лисицу просто убрали из расчета. Мне кажется, слон займет второе слон место. Слон второе место? Ну, угу, посмотрим, друзья. Посмотрим. Так, чикен, все выбывает. Слон! И остается два медведя! Блин. Панда и красный! Ну, оно и понятно, русский, друзья. Русский медведь против китайского медведя. Оно и понятно, панда. Ну, вот так, друзья. Панда занимает у нас второе место. Он же тоже был в команде победителей, правильно? Mm, ну, да. Ну, все честно, друзья. Команда проигравших вообще ничего не сделала. В команде победителей второе место, получается, у нас занимает панда. Третье место, получается, у нас медведь, кстати, да? Ну да. Потом он чикен, наверное, какой-то. Ну, в общем, самый сильный, друзья, свин. А второе место — панда. Секретная панда, таинственная, про которую никто, я думаю, не знал. Ну, ну да. Вот такие, друзья, результаты у нас получились. Это было мега круто, мега эпично. Пишите в комментариях, что нам еще позаписывать в Гаррис Моде, в других играх. И мы, конечно же, сделаем. Ну, а на сегодня у нас все. С вами сегодня были Овер, Фонни и Бобби. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылочки на канал парнище в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну, а мы желаем вам всем всего самого наилучшего. Всем большое спасибо. Удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения и пока-пока! Адьос, чуваки! Всем пока, ребята!